О, мобики идут. Так, кого я могу поставить? Быстро за 400. Вот этого товарища могу поставить. Ну-ка, смотрите, Хантер с птичкой. Твиттер, да? Смотрите, он реально даже перезаряжает. Бенчик. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Медведька Панда, и добро пожаловать ко мне в гости. Вы посмотрите, вышла мега новая обновка в Tower Defense Simulator. Божечки мой, как я по нему уже соскучился. Давайте, конечно же, зайдем и все это дело глянем. Так, проваливаемся, и что мы видим? Большая обновка, друзья. Новые скины, что-то переработано, плюс оптимизация, короче, что-то там переделали, сейчас все подробнее, друзья, посмотрим. Новая башня медик, обалдешечки, санитара на поле боя. Также какой-то Bird Hunter, Bird это птица, короче, какой-то соколиный охотник. Смотрите, здесь точно какой-то сокол нарисован, да? Новый босс, Fallen King, падший король, Дайли Реворс, это ежедневные награды, а также, друзья, какие-то новые карты. Ниже написано, типа, вот здесь ты можешь прочитать весь лог, давайте зайдем и глянем. Так, с Tower Defense Simulator, апдейт лог, патч 10, так, от 14 октября, да, друзья. Так, короче, переработана система расстановки каких-то, не знаю, сейчас зайдем глянем, уменьшено расстояние между, лимит между башнями, наверное, я так понял. Так, также, друзья, добавлена система возврата денег, пофиксено military base, короче, фиксы, это все понятно. Так, вот у нас еще 13 числа что-то было. Ой, ёлы-палы, святой бамбук, это вот это все изменения. Смотрите, друзья, вот это все изменения. Обалдешечки, давайте быстренько вкратце. Скины, раз, два, три. Медик лечит башни за каждую волну. А кого он будет лечить? Базу, наверное, наши. Хантер Товер, что-то там тоже. Через код в Твиттере. Окей, так, Твиттер, вот у нас, друзья, код будет Хантер, по ходу дела, да? Также код следующий будет у нас B1RD Hunter. Короче, сейчас тоже попробуем, друзья, вот эти кодики ввести. Возвращаемся назад. Fallen King, короче, какой-то на инсейне, на 40-й волне, на сложности инсейн. Новое лобби. Далее Ревард, это, друзья, каждый день, если заходим, получаем награды. Новые карты. Раз, два, три, четыре, пять. Новые таунцы, ну это танцульки, это не особо интересно. Новая система, Projective какая-то. Все переработаны, касается всех юнитов, которые сплэшем, explosive, взрываются. Ну там всякие таберы и так далее. Мапы, lighting system, короче, освещение, новые зомби, раз, два, три. Анимация, короче, друзья, куча всего, вот здесь можно с этим будет все подробненько ознакомиться, чего-то здесь пофиксили, чего-то понерфили, я даже, друзья, это не буду сейчас все читать, это у нас ролик будет на 1.5 часа. Обалдеть, грандиозная, короче, друзья, обновка, я хочу, конечно же, уже зайти и глянуть. Уху, друзья, нифига себе, смотрите, лобби-то все у нас изменилось, обалдешечки, это, видимо, у нас еще приурочено все к Хэллоуину, смотрите, стало все оранжевое, обалдеть, так, ранки, друзья, ну это были у нас таблицы, ну вроде теперь они выглядят по-другому, шоп теперь выглядит вот так, башни, смотрите, тоже здесь все у нас попеременялось, друзья. Обалдеть. Так, это все то, что у меня есть, да, сейчас трупсы. Какие-то скины. Крейцы-то тоже не было. Так, вот это у нас эмоции, таунцы. Ну, это которые были, это которые можно. Так, а у меня деньги-то не пропали. Сколько у меня лавандосика? 16 тысяч. Да, вроде не пропало. Так, это у нас скоры. Ну, то есть очки. Так, а это тут что-то все поскидывалось, походу. Да, здесь все поскидывалось. Обалдешечки, так, это юниты, которые я могу поставить. Блин, прикольно, надо уже, конечно же, глянуть. Так, друзья, погодите, у нас же были кодики, давайте попробуем введем. Так, заходим, друзья, трупс, вводим вот сюда, вот код вот такой, B1RD Hunter, через троечку, да, нажимаем. Оба, натики, мне что-то дали. Так, а что мне дали, Outlaw, John Scout.
А, команда. Так, это товарищ был, не был. Да, это товарищ. О, смотрите, медик! За 2000, конечно же, купим сейчас. Погодите, а что мне там код-то дал? О, смотрите, это же Хантер. Вот он, вот этот вот. А, так, дамейдж 3, рейд 2. А, рейндж 15, дальность. Стоит его поставить 400. Конечно же, берем. Конечно же, его берем. Медика, друзья, тоже, конечно же, берем. И тоже, конечно же, ставим. Просто для теста, да? Привет, да, привет, друзья, всем привет, всех рад видеть. Так, давайте посмотрим, что мы можем еще, друзья, взять. Кого мне взять? Нет, этого товарища мы брать не будем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, мы берем, конечно же, друзья, медика. Берем, подождите, я тыркую. Берем Хантера нового для теста, да? E-Cube. Кого бы еще взять, друзья? Давайте возьмем, попробуем вот эту большую башню. А, нам нужно вот этого товарища взять. Где моя читерская башня? Мега крутая, которая с ракетницами там. А, вот он, друзья, команда. Точно, 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 я его вспомнил. Он вообще читерский товарищ. Так, и мне нужно, друзья, кого-то взять, кто будет подешевле в самом начале стоять еще. А давайте, наверное, возьмем, друзья, вот этих еще. Military Base, это типа у нас, получается, бараков и джипов, которые будут выезжать. Так, я хотел, друзья, еще здесь все внимательно рассмотреть, что у нас здесь есть. Так, там ничего нету. Здесь у нас, видимо, карты, друзья, у меня уже 60 уровень. Неплохо, так, о, у нас же тут еще новых наводили, друзья, всяких... А, все такое вкусненькое, с чего бы начать, с чего начать. Давайте еще там глянем. Куча вкусняшек, даже не знаешь, за что тут хвататься, да? Так, 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 так. Вон, там еще есть, наверное, сервера, которые у нас 4 на 4. Так, здесь у нас что? Автомпалинг. О, 12 человек влазит. Вы что, прикалываетесь, что ли? Так это ж круто. Так, и, друзья, вот здесь вот сверху я хотел еще разок глянуть. А, что там у нас? Чё? 8, да, максимум? 15 уровень. Да, здесь 8. Смотрите, новые, новые карты. Так, а туда путите. Там coming soon. Смотрите, друзья, скоро будет какой-то ивент. Стопудово. Nightmare карнавал. Короче, какой-то кошмарный карнавал. Так, эта карта у нас была. Candy Whale. Что-то я не помню такую. Так, 0.15. Что-то маловато, друзья. Давайте попробуем, залетим. Вон там, где у нас народу влазит, конечно же, побольше. Потому что здесь вон уже бегут мои пушистики. Сейчас будем вместе с ними здесь воевать. Так, Falling Autumn. Ну, блин, какая-то, мне кажется, короткая карта у нас будет, друзья. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, давайте попробуем. Так, куда мы полетели? Бенч купали. Так, 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 easy, normal, insane. Давайте на insane, друзья. Мне самое главное здесь затестить. Так, а сколько народу зажло, капец? Нас здесь пятеро против троих. Ну ладно, друзья, это просто первая катка, чтобы посмотреть и поиграть. Блин, а смотрите, какая прикольная карта. Золотая осень, золотая. Прикольно, прикольно. Так, тихо, музыка. А, это не музыка, это отчет у нас идет. Смотрите, переработали всю эту систему, теперь по-другому внизу выглядит. Так, менюшка есть у нас. Так, Music нам не нужен. Gun Sound, Flash, HQ Explosion. Короче, какие-то высококачественные... О, мобики, мобики идут. Так, кого я могу поставить? Быстро, быстро, за 400. Вот этого товарища могу поставить. Ну-ка, смотрите, Хантер с птичкой. Твиттер, да? Смотрите, он реально даже перезаряжает. Бенчик. Товарищ, отойди со своей единорожкой. Так, они прошли, нет? Так, здесь у нас какой-то костер играет. Костер горит, здесь у нас тагисена и тыковка. Тыковка, тыковка, тыковка. Тихо, прикольно он стреляет, вы слышите? Даже перезарядка есть. Блин, надо его будет прапать. Надо будет его прапать. Так, и это он, друзья, у нас... А, это что такое? Это что такое сверху? А, это посылать мобиков. Вот это посылать мобиков, а это сами у нас юниты. Понятно, понятно, понятно. А надо будет его обязательно, друзья, проапать, попробовать на максималочку. Так, это у нас УЗИшник стоит. Так, уровень его показан, смотрите, сразу показано Хантер и кому он принадлежит, кто его поставил. Здесь у нас Круст, а Лук 34 поставил, а здесь какой-то Копанда YT. Не знаю, не знаю. О, морковка, это у нас ферма, смотрите, первого уровня. Прикольно замутили, солнышко там светит. Так, ну понятно, друзья, что здесь расстановка сил у нас не особо. Все по чесноку будет. Так, а почему я не могу закрыть эту менюшку? А, вот, вот сюда, да?
Бонус вейв, все понятно. Я хочу, друзья, просто затестить. Здесь наверху у нас поставили снайпера. Снайпер редский. Давай, прицельный, веди огонь. Я хочу просто, друзья, затестировать. Давайте даже медика бы этого глянуть. Не, давайте вот этого вот товарища куда-нибудь поставим. Куда мы их поставить можем? А, давайте вот сюда. Что-нибудь поменялось? Нет? Military Base. О, смотрите, как апгрейды теперь выглядят. Sell. Так, это куда стрелять? По сильному, по самому первому. Spawn rate, смотрите, 60. Это в секунды, да, наверное, будет 45. А, ключ такой появится. Так, 300 стоит следующий апгрейд. О, это мой, что ли, едет? И теперь он вот так. Раньше был у нас, друзья, этот, как его? А, мотоцикл. Да, смотрите, теперь за место мотоцикла у нас типа хаммера какого-то, да? Какой-то УАЗик прет. Обалдешечки. Так, и у него 25 хп. Капец, тут, короче, друзья, тестировать и тестировать. Тут еще и всех юнитов поперерабатывали. Обалдешечки. Так, смотрим там, что у соседей. Давайте, может, сбегаем, как раз глянем. Блин, а я ферму не взял. Фермы тут раньше вообще не тащили. Посмотрим. Так, вот у них тоже есть хантер. Окей. Такс. Это у них пикалетчики. Скауты и все. Блин, у них народу меньше, чем у нас. Вот на одного бы сюда, вот я бы лучше перешел туда, чтобы было бы все по чесноку. То, боюсь, они сольются. Так, апгрейживаем. Еще и что у нас появился? Появился, друзья, смотрите, ключ. Гаечный ключ. И, ну, это инструменты, грубо говоря, инструменты. За 300 мы апнули. Так, и что это у нас поменялось? Здесь ничего не поменялось. А, спаун у нас получается с 60 до 45 секунд. Вот здесь, наверное. Следующий апгрейд, видите, будет 75 хп у них уже. За 800 мы сейчас сможем поставить. Так, а интересно, здесь денежка даются также, когда стреляют мои союзники. Ну-ка, смотрим, смотрим. Нет, не дается, видите. Раньше было, когда доносили дамаг. Даже ребята, которые в нашей команде, нам давались деньги. Теперь даются просто за волну, либо когда мы, наверное, дамажим. Блин, мне надо тоже куда-то сюда поближе кого-то поставить. Давай, дамаж, дамаж, дамаж. Обалдешечки. Так, вот этого товарища бы еще апгрейдить. Так, смотрите, у него стоит 300. Будет плюс 1 рейндж, то есть увеличится дальность обзора. И также плюс 1 дамаг увеличится. Обалдешечки. Капец, ну я хочу вот этих товарищей проапать. За 800, ну не знаю, не знаю. Дорого. Надо было фермы тоже взять. Ну ладно, мне сама... О, мне надо же еще доктора проапгрейдить. Так, у нас хп, друзья, мы играем в команде красных. У нас 342 хп. Вот когда будет мало хп, я попробую доктора поставить. Мне, конечно же, самое главное, друзья, здесь попробовать все это дело затестить. Смотрите, тут, оказывается, все попереработали. Вообще, обновка просто бомба, просто супер обалдешки. Тем более, так давно я уже не играл в Tower Defense Simulator. Я не знаю, уже, наверное, месяца два, либо три. Так, идут у нас мобики. Мобики хэви идут, очень толстенькие. Мой, смотрите, Хантер им нарезает. Но здесь не показано, сколько он дамага, да, нанес в сумме. А в Tower Battles можно посмотреть, сколько он нанес дамага. А, вот, наверху, все показано. Total Damage сверху, смотрите, 132 он уже настрелял. 137... Так, у меня 900 есть. Давайте апнем, друзья, наверное, джипик вот этот наш. Либо поставим еще один. Давайте мы лучше их несколько поставим. Хопа. Вот, джип попер второй милитари бейс. Вот, так мы их сразу можем навтыкать. Раз, два, три. Так, елка это мешает. Елка, иголка. Так, я могу пятый поставить? Денег не хватает. Насколько я помню, их можно было поставить всего 4, друзья. И в том логе, если не ошибаюсь, там где-то мелькало, что понерфили танк. Вот этот, который последний здесь, Тесла танк, если апгрейдить вот эту базу. Смотрите, у меня их сколько уже, 4 штуки едут, да? Так, денежка, денежка, денежка. Они сейчас по 25 будут нам приносить. В принципе, единственное, что если только они проезжают и никого не врезаются, то, соответственно, деньги нам не приносят. Так, звуки, наверное, я поставлю потише уже, то сейчас они начнут стрелять вообще. Так, у нас уже, друзья, 10-я волна, но я переживаю за своих соперников, которые у нас на той карте. Какие у них уровни, хотя бы глянуть. 50-й уровень, нулевой уровень. Ай-я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 й. Так, а кто, где еще один? Синенький. Где еще один синенький? Что-то я его не вижу. Пока мисс наблюдаю только двух. Капец, не нулевого уровня. А, и вот, и 46-й, да?
0.46 и был там полтинник, по-моему, да? Да. Это же Фокс, по-моему. Понятно. Ладно. Главное затестить, друзья. Главное меня сейчас затестить. Так, ну-ка, пятую смогу поставить? Ой, пятую можно поставить. Ну-ка, шестую. По-моему, 4 их можно было поставить. Я уже не помню. Так, здесь у нас уже куча. У нас уже коп стоит. Энфорсер. Который будет потом в сват нам вызывать. По-моему, это он. Да, с дробовиком, да? Да, вот он с дробовиком. Так, 11-я волна, 385 нам приносит, друзья. Я попробую сейчас поставить для теста. Смогу ли я шестую поставить? Да. Видите, можно поставить только 5 юнитов. Все правильно, друзья. Так, у нас идут уже кто? Абнормал. У них поскольку хп? Неважно, поскольку. Миниганчика куда поставили? Неправильно было вот сюда его ставить, чтобы как можно больше был у него обзор. Теперь у него здесь маленький обзор. Ну да ладно. Так, прикольно вот эти... Тачки наши уже прут. Прут просто вовсю. Огонь. Так, остается 3 секунды. Поскольку у них? По 200. Абнормал босс, друзья, по 200 у них. Смотрите, миниганчик. Миниганчик у нас уже в очках. Значит, он видит невидимых хайденов. Так. Давайте мы, наверное, что? Наверное, будем вот эти все потихонечку апать. За 300 раз. За 302, чтобы они выезжали быстрее, да? Видите, не 60, не раз в минуту, а раз в 45 секунд они будут спавниться у нас. Пускай они спавнятся. Далее, друзья, за 1800 бы вот этого товарища поставить. Вот этого товарища, правда, тут что-то места уже, мне кажется, нету. Сможем мы нету куда-нибудь воткнуть. Вот этот товарищ вообще имба, команда. Стреляет он с двумя пистолетами, друзья, и потом еще появляется у него ранец на, за спиной, который выпускает ракеты и сплэшем дамажит. И плюс ко всего, потом еще этот ранец вмещает не одну ракету уже, а 4 ракеты. И он просто имба, выносит в пух и прах. Ну что, а у нас была раньше такая табличка сверху, что можно было волну пропустить и получить дополнительный лавандосик. Так, смотрите, видно еще сколько соседям здесь приносится, по 500, да? Какого она уровня приносит по 500? Третьего уровня по 500 приносит. Я уже не помню, друзья, сколько она приносила, если честно. Давно я уже фермами, тем более давно я играл. О, нифига себе. Это у фермы такая здесь штука? Либо это просто здесь стояло по умолчанию. Нет, это фонарь по умолчанию вот такой стоял, да? Капец, как громко они уже стреляют. Давайте потише еще маленько сделаем. Так. Вот смотрите, вверху версия написана. 15 число, 10 месяц, 2019 год. И здесь это что? Это время, наверное, да? Это время. А здесь какой-то секретный код. Но его лучше никуда не водить. Капец, вот они у меня сейчас в никуда, в холостую заезжают. И мне денежка не дается. Давай вылазьте, мобы! Капец, зачем я их туда апал? Все они просто впустую пробежали. И мне не дали деньги. Вот в этом плане, конечно, их невыгодно ставить, друзья, да? Так, как там у соседей дела? Тихо. Дерево мешает. Капец, ну им, конечно, тут тяжело. Мало того, что их здесь трое, так еще у них один нубик, да? Так, здесь, товарищи. Ну вот так вот ставить нельзя. Нужно ставить все вот здесь вот в центре, чтобы как можно больше вот этих вот дорожек закрывать. Когда он снизу стоит, он только одну дорожку закрывает. Когда вот здесь стоит, сразу три дорожки закрывает. То есть нужно всех размещать вот здесь, потом уже вот здесь, вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Всегда нужно ставить в уголки. О, ниндзя идут, обалдешечки. Ниндзя. Так, а у нас там как дела? Ниндз не было. По-моему, не было. Смотрите, с мечами. Обалдешечки. Так, у них куча тоже хаммеров. Так, мне надо домой вернуться, глянуть, что там у меня творится-то, а. Ну, блин, ну нам-то понятно легче. О, у нас снайпер уже апгрейженный, смотрите. Снайперюга. Лежит и ведет прицельный огонь. У него... Да блин, дайте как-нибудь навести-то, а. У него какая-то кепка появилась. И наушники, да? Красавчик! Смотрите, какой красавчик, да? Так, у меня денег хватает. О, я могу поставить, друзья, вот этого красавчика. Ого, у него такой маленький обзор стал. Блин, а куда его воткнуть-то бы, а? Придется тогда вот сюда втыкать. Пускай он будет лучше в конце, друзья. Вот так мы его здесь будем апать сейчас.
Видите, я его поставил, пока мисс он не достает вот сюда. Но после того, как мы проапаем, у нас будет гораздо выгоднее, нежели он стоял бы внизу. Потому что обзор у него будет вот так закрывать. А когда вот так, он будет вот здесь все полностью у нас закрывать. То есть это у нас все продумано наперед. Единственное то, что мы поставили его сюда, а не сюда. Лучше, конечно, его ставить куда-то в начале, потому что у него сплэш-дамаг. Так, здесь миниганчики нахлобучивают, все в порядке. А следующий уровень у него стоит 350, плюс 2 рейндж будет, как раз добавится у него радиус. Смотрите, бенч, опа, радиус увеличился. Следующий, друзья, 700 стоит апгрейд, будет плюс 2 рейндж, еще рейндж увеличится и появится за спиной Rocket Launcher. Вот здесь вот сзади у него появится ракетная установка, вот она будет дамажить вообще. Так, опять у нас куда-то впустую все заезжают, да? Мне надо поставить там хотя бы, чтобы они стреляли. Сейчас мы, друзья, все это дело будем апгрейживать. Так, а мне же доктора еще поставить. Доктора. Интересно, поскольку доктор будет лечить за каждую волну, да? Нам бы парочку бы пропустить специально. Так, смотрим, что у них здесь происходит. А, бегут, ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, у них боссы пробегают. Дамажьте боссов. Надеюсь, сейчас джипики выбегут. Давай, джипы, 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 вылазьте. О, джипики ништяк. Поскольку по 75, надеюсь. 20, 20, 20. Все по 25. Блин, блин, хотя бы одного вальнули. Сколько остается у него хп? 80. Но они, по крайней мере, выживут. Они, по крайней мере, выживут. Так, у них 267 хп осталось. Блин, буду топить за них. Ой-ой-ой-ой-ой, тут еще мистери идут, да? Так, мне доктора надо срочно поставить. Могу я доктора поставить? Хотя бы глянуть, как там доктор выглядит. Доктор, доктор, а кого он будет лечить? Давайте вот сюда доктора поставим. Опа, нифига себе, прикольно. Это у нас женщина с пистолетом, да, с каким-то? Прикольно. И вот новый, да, у нас юнит. В шапке. Юнит в шапке. Обалдешечки. Так, здесь их нету, да? Ай-яй-яй. Ого, и у нас прошли. 100 осталось. Ну-ка, мы будем теперь хиляться. Смотрите, у меня 100 хп, друзья. Мы затащили, друзья. Ну, понятно, понятно, то, что мы затащили. А, играли, друзья, в пятером против троих. Тем более, у них еще был нобик. Так, за 13 минут мне дали 342 монетки и 57 XP. Друзья, это был беглый первый взгляд. Я потом, конечно же, полностью все это дело затестирую. Просто хотелось вместе с вами на эмоциях первый раз глянуть и все это пощупать. Охота поиграть на всех новых картах. Обязательно мы это будем делать, друзья, на стримах. А также, друзья, очень сильно хочется все это полностью затестить. Вот такая вот вышла обновка. Пишите в комментариях, друзья, как вам, что понравилось, что не понравилось. Мне пока не все нравится, но надо, конечно, будет более углубленно все это дело затестировать. Все, друзья, на этом видосик я буду завершать. От всей души желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Медведька Панда. Увидимся совсем скоро на просторах Roblox. Всем пока-пока.